да приплыли, поторопись. Салют. О, Джеймс, вы уже прибыли. Я Лэнни, глава этой станции. Вы уже хорошо зарекомендовали себя в нескольких одиночных миссиях. Надеюсь, вы покажете себя достойно и в этом деле. Армия Элая Венса на этот раз хочет завладеть нашим лабораторным комплексом связи с параллельными мирами. Да, после вторжения пришельцев трудно удивить существованием параллельных миров. И мы, как участники конгломеративного союза Aperture и Радиохим, обязаны обеспечить соблюдение карантинных норм. Спасать человечество не надо, оно уже спасено. Не все экстра-земли были подвержены каскадному резонансу и вторжению пришельцев. Не допустить повторения сценария на них – одна из наших целей. Посмотри на доску, я коротко изложу твое задание. Сперва мы подбросим тебя на вертолете в лагерь возле города. Там ты получишь оружие и отправишься к центральной лаборатории. Помни, что все наши люди были эвакуированы, когда вторжение сопротивленцев началось. Поэтому, кого бы ты ни встретил, глава крабов, инфицированных, солдат Венса или же солдат комбайнов, стреляй на поражение. По пути тебе встретятся эти знаки, нарисованные светящейся краской. Первый означает путь до лабораторного комплекса, второй – тайник с припасами. Единственный неэвакуированный сотрудник – администратор хозяйственной части. Вместе с ней ты инициируешь прыск отравляющего газа в комплекс. Затем, не забыв про противогаз, ты выберешься на поверхность, и мы эвакуируем тебя. Готово. Газ выгонит лямбда-отряды на поверхность, где они попадутся в капкан патрулей комбайнов. А потом, когда все станет тихо, мы восстановим свою деятельность в лаборатории. Вертолет уже ждет тебя. Выдвигайся и не теряй бдительность. Круто. Я в деле. Тут. Вот дерьмо. Опа, подъем, еще один. Записывать в него данные для отчета. Но сейчас это наименьшая из проблем. Просто ничтожная.
Thank you.
Come on.
Mm-hmm.